Мне нужно с тобой серьезно поговорить. А варианты ответов будут? А то я без них не вывезу. Зая, я серьезно. Мне пришло 126 штрафов за нарушение правил дорожного движения. Причем все их тебе выписали за одно и то же нарушение в одном и том же месте за один час. Зая, я тебе все объясню. Да уж постарайся. Я просто ехала по трассе, была не пристегнутая, и меня сфоткала камера. Но в этот момент я моргнула. Поэтому я поехала перефоткиваться. А потом я увидела, что у меня губы не накрашены. Я снова поехала. Потом я заметила, что у меня тушь потекла, Зая. Все достаточно.